Мы приносим извинения за звуки ремонта и проверки бензо- и электротехники на заднем фоне. У нас так практически всегда. Рабочий процесс. Добрый день, только что снимал ролик о реанимации мотокосы. И там была такая эстетическая проблемка, как провисший шнур в старте. Это не смертельно, он может висеть чуть-чуть вот так. Ну, не смертельно, но и не эстетично. Как это устранить? Переворачиваем стартер, снимите его с косы, 4 болта, ничего сложного. После этого выбираем шнур. И обратите внимание, на ШКУ есть вот такая вот небольшая прорезь. Попадаем в эту прорезь шнуром и накручиваем, взводя пружину. Когда взвели, ставим на место шнур, и наш стартер снова готов к работе. Для мотоблоков и мотокультиваторов, то есть 168, это вообще все четырехтактные движки, схема работает точно так же. Точно так же мы, для того чтобы было удобней, можем скинуть еще один виток, выбрать это все сюда, таким вот образом взвести пружину стартера и потом ее отпустить. Все, все стало на место. Это несложно. Устраняйте. Техника должна выглядеть красиво. Хорошего дня.